Нет, ты его на холике пойдешь в ВК точно. У нас нету совы. Хотя, ладно, похуй, мы же тебе влади, я проклятие покинаю. Я могу в совет пойти, типа. Я тоже. Если там хилу, например, какой-то слот нужен. Не, ну с хилов пока это такое. Скажешь. Блять, что я еще хочу? Мираю, все есть, ему точно лут не нужен, блять. Ссылка. Спать. Я починился. Не было всунуть. Кто там? Кектус, да? Ну, давай, кектус, я тебя. Возьму миба. Все, остальные, короче, все дружненько отписываем Ринда. Она вам сейчас пати даст? Да. Пусть просто пишет. Ну, значит, ВЛС, не знаю, типа, там сами разбирайте. Класски. Чего? Напомним, по одному плюсу 10. Один плюс Ринда ВЛС поставьте и все. Больше не надо там ходить. Эдик раздай СПД фласки. Ну, сопротов, как обычно. Пока по одной, да. СПД и сопрот. Ну, хилам получается один сопрот. РДД по одному сопроту и СПД. И кто у меня там еще есть? Ондра. Андрей, раздай АП фласки. Не лишних. По одной АП и по одному сопроту. Там пересобирать буду. Ну, по одному, блядь, ну, короче, по одной ДД фласке, нет, по две не надо, там я на груле магика еще буду пати редактировать. Что, уже кидать обмен? Да, да, СПД, сопрот, кидайте, это полен. Будет джесса кто-то, пожалуйста. Так. Пристена Джора, блять. А что у нас по хилам по утешению? Мэклав есть. Гридос обычная. Пристально, в следующий раз. Так, масло, ясно. Так, короче, давайте речь рыбу ставлю. Смотрите, блядь, без выебонов, без лагов, смотрите, и так далее. Void. Чё трейдит 100%? Вместе с фонарем. Что, в танке? Да, ты вместе с фонарем танчишь. А если на ее карты с фридом спекать? Так, ну сейчас тогда смоните. Так, блять, что я хотел еще? Кто заруинит 50, сразу нахуй. 1005 сниму нахуй. Надо еще кому-то банк? Я верну банк просто обратно. Все лишнее. Я не брал. Я себе взял там две баночки. Дайте шкаф там сломать. Окей. Шкаф тыкните.
Возвращаю обратно. Так, пятая пати печенька, четвертая пати трусы, третья пати квадрат, это на червях. Арчи на полыма, на фонаре, на пульте пускай мыль. Воет, заберешь. Кислотную. Фонарь заберешь жуткую. Это которая сразу уходит. Uh-huh. Все, я запускаю. Добро пожаловать, герой. Чисто не хватает, вроде бы. Или все есть? Не, вроде все есть. Оп, куда? Локи петов своих оставьте сразу, около стены не забудьте. Вкусно не стойте, вы слушай, выходите. На тебе есть лапа. Есть на тебе лапа. Еще раз дал. Больно, что я спать хочу, пиздец, ладно. 4, 3, 2, 1. Сука. Ай, кстати, вы, конечно, не рфанули еще, да, вроде? Да. Есть 25. Служу выход. Там все, и хп, и урон, и все. Ясно. Забираю. Сними бопом все место. Снял. Сейчас череп твой первый. Сноубольда этого ёбните, который вылез. Ну, били его нахуй быстрее. Просто. Быстрее сноубольда добили. Стали по меткам своим. Не бейте жуткую, сорвете игру. Кислотные поехали на полного эфи. Геру дали фулбурсты. Бля, фонарь не достают это. Вот так нормально. Жди еще раз, блеванет, потом пойдешь, а трусы разморозишь. Стойте в трусах все. О, паралички. Все, иди размораживай. Вроде разморозил. Угу. Роман один остался. Два человека осталось. Ну как разморозил? Не дотикнул. Фонарик гильте про хилову. Раньше наберите, хилам центр оставьте. РДД 10 метров быстро набрали. А были? Милики съебались, разошлись быстрее. Дай им огонь. Мулинраж, подойди в трусы, разморозь там два человека стоит. Еще раз разошлись, набрали рейндж быстрее. Сейчас еще раз может плюнуть. Плюнуло, блядь. Соуса допрохил.
В центре держи и к щиту орде поверни. Все, хорош. Нормально. РДД метров 7-8 от босса, как обычно. Великие подъебало. После откидывания можете отойти. Все, теперь можете в спину бить, миленький. Фонарь, видишь столб? Потом к столбу его так ставь, чтобы миленькие могли в спину бить. Как ты показывал. Да, отбежали от столба как раз вот этого. От юката быстрее ушли оттуда. Ушли. РДД там 7 метров 8 от босса, чтоб не откидывал. Ну, встань. Умилики там. Все нормально, можешь так держать, похуй. Надо было так держать. Все, нормально откинул. Всё. Поверни. Поверни так же, как он стоял. Ну. Да, это. Все, умилики бить в спину. Разбежались. От Вурубайра подбежали все, там еще много людей. Прямо в щит почти. Ясно. Чей-то пьет Гнобис. Север. Да. Там прист какой-то был, если не ошибаюсь. А мне пока мне вроде пьет, на хуй его знает. Прист дальше стоял. Там пробегал пьет в центре, он зацепился около трусов. Не, ну ты через центр бежал. Ну, блядь, если есть стрим, сука, запись, нахуй, посмотри, где он бежал, нахуй. Чё я тебе, блядь, доказывать должен, нахуй? Я видел, блядь, что он бежал около трусов, нахуй. Может, это не твой, нахуй. Ну, чё это там пьет был, блядь, локовский, нахуй. Это 100%, отбежали от мимо. Сферы можете нидить, рецепты тоже, остальное отказывайтесь. Я тебя в кота забыл спикнуться. Жирп, ты если, блядь, по КТ будешь вылетать, нахуй, ну, я, блядь, не вижу смысла тебе вообще время брать, ну, типа, пиздец. Каждый босс ты вылетаешь, почти еще второй КТ уже подряд. Что тут в одного там? С таким успехом можно идти в 2-4. Да. Можно ретника, да? А хотя хуй с ним потом, чтобы не летать, останусь лучше. Ну да, типа. Можно, север, можно. Возьмите кто-то с мастером Аур огонь. Потому что у меня на протопале нету мастера. Давай я третью займу. Займите лед тоже кто-то с мастером. Я третью займу, там мастер не надо. Кстати, я в понедельник, вторник, среда, 3 дня буду отсутствовать. Процентов на 80. Можно что-то сводить, да? Да, там у льду без меня пойдет точно. Такое редко бывает, но сейчас меня 3 дня не будет в понедельник, вторник, среда. Там же есть кому ИП начислять, что-нибудь проголосуем там, в какой рейс ходим. У льду в любом случае надо сходить. Не знаю, как хотите. Можете в среду, можете во вторник, можете в понедельник, мне без разницы. Но чтобы у льду 100% сходить. По-моему, блядь, сколько было хп, столько и осталось. Вроде бы, да. Уже... Ну, поменьше. Врата освещались. И у портала лям 100 было, столько и осталось.
каста отдайте по вратам. Сбил каст. Молодец. Зачем вообще воротам стан дают? Там то ли замедляется выхождение этой тёлки, то ли оно как-то багается и продлевает таймер выхождения. Мы не на наше прокрытие без тремя. Молодцы. Но вообще, типа, как по этому, блядь, на цирке вообще так было. Не знаю, как по близлайку, не помню. Помнишь, что на цирке точно было, что во время этого, как его, блядь, когда встанет, она вообще ничего не... Ну, эти, блядь, бабы не вылазят, короче. По вулкану сечены, змейки пошли уже. Фонарь, дай секру. Жми ема на огонь, у кого там стоит палка. Быстрее вулкан добили. Голема этого сразу ёбнули, который ближний, их там два. Следующего. Прохил. РДД добили дальнего. Великий босс поехал. А, он к мелизоне пришёл, окей. По-моему, блядь, столько же хп осталось, нахуй. Сейчас скину после этого босса. Да там есть вон кому кипить, вроде да. Сусанна прохил. Ворота освещенились. Реслин, ёбни стан по вратам. Ворота быстрее набить. Все, боссы дмашите. Набивайте мозг. От шмота, как обычно, отказываюсь. Отошли к щиту орды все, тотема уберите. Можно было не спекаться, но там если будет 4 милишника, то тогда в 2 танка, а если 3, то можно было бы одного. Локи собак вызывайте и билд шифр спекать, если есть. Закрывайте косты и встаньте. Собаку лучше куда-нибудь отвезти, там, не знаю, в бок, чтоб ее там не фериало, чтоб если что, саму себя отфиркает, если макрос есть. 18% хп снижено и в 10, и в 25 гер. И урон на 12%. Понятно, но у чемпов, вот, блядь, вот 400 у мага было, это 100%, я помню, 4 ляма. Здесь на алгалон X4, 10, 25 гер, минус 18%. Я понял, может они просто, блядь, не до конца снизили. Дисконт, что ли, блядь? Да. Что-то такое, ну. Блядь. Это джекство. Вов Сирус. А, блядь, вы Сирус, нахуй, идите покурите, короче, пока что. Это ваш перекур. Yeah. Там ревели горы, мама. Это не Сирус, это Абсёрус. Это Сирус. Вов Сирус, крови кипит, как вирус. Фан мод велком. А одобряю. Категорически тоже одобряю.
Единственное, что я знаю, еще то, что постер смотрит One Piece. Думаешь? Да, у него на аватарке Monkey D. Luffy. Потому что он станет королем пиратов. Саски мой любимый персонаж из One Piece. Да, Биг Мама станет нахуй королем пиратов, нахуй. Пиздите. Да ты сам Биг Мама. Я Биг Мама, нахуй. Ну чё, с Кайдом просто решил замутиться, да? Так он уже пробудил. Да я знаю, он замутился и Фурк пробудил, знаю. Я Биг Папа. Как там идет? Скоро 1015 серия, или уже вообще вышло. Я пойду пятый раз пересматривать с нуля. Ты за лето не посмотришь. Сколько там? 1013 серий, по-моему, сейчас уже? 1014. Да я уже не первый. Да. Я пятый раз пойду пересматривать. Чё, не впервой. Хватит делать, Мих. Да? Бля, один раз смотрел, и все помню серии вообще, блядь, все. Я именно все смотрел. Хватит делать, нехуй. Бля, Кунка, что ты пиздишь? Я его смотрю года с 10-го, если не раньше. Там. Да не с 10-го даже. Не, по с 8-го, наверное. По одной серии в день, что ли? Скажу. Да нет, ну я его в актуале смотрю, не знаю, может быть, серии с 400-й. По одной в неделю. Monkey D. Luffy. Monkey D. Luffy. Чурья. Зоро. Зоро. Который выбрал вилку. Не-не-не, я так... А, Санджи... Пика-пика, Номи, Якизару. Чё сказать? Зара. Что вы несёте, да? Якизара. Протопава. А я так скажу. Чё? А, я не ту анимешку открыл. Пристина, ты кто из мира One Piece? Я? Да. Мам. Реально. Я овощ. Я Наруто. Бля. Я с Саски, я из Наруто. А так, если сравнивать, как его звали? Один из красных ножек, который предателем оказался. Кёнджера вроде, что-то такое. Да, я... Да. Тебя местами с ним. Ты предатель? Кёнджера. Да не, я просто сырую. Я ассоциирую себя с Роджером. Ты кролик Роджер, получается? Так Роджер быстро молодым сдох довольно. 30, что ли, сдох. Я вот. Зато король морей. Ты как раз молодой. Скоро умрёшь, получается. Таков путь. А он же заболел чем-то вроде, не? Как говорится... Дикунка. Как говорится, у самурая нет цели. У самурая есть путь. Чем заболел он? Раком? ВИЧ. Раком, я не знаю, может, ветрянкой, блядь. Да я не знаю. Тут хватил и сдох. Я великий король пиратов. Слишком часто заходил в порты без маски, да? Да, долоранской маски. Без ласки. Блин. Я порты только услонит. Сэнджи просто сырю максимум с навыками рисования, все. Ну и в принципе, что он персонаж более-менее прикольный у меня. Я не знаю, Сэнджи неинтересный персонаж. Гаму-гаму! Лучший пистолет! Это Бокусоп. Единственное, что я скажу... Бокусоп! Меня... Что в аниме бить? Это хэппи-энд. На лицо? Не, хэппи-энд. Типа, хорошая концовка меня это бесит все время. А, то есть... Ты хочешь смотреть там... Еще и учитывая то, что ты пересматриваешь, 4000 серий ты посмотрел, чтобы в итоге все сдохли? Да, ну, нет, он каждый раз конец. Надеется, короче, на плохой финал. Серии заменятся, да? Как так получается, хуй знает. Я свой комикс... Нет, я начал таким темпом сейчас комикс рисовать, где... Пиздец. Я всякие порнухи рисую. Потерянные, блядь, дети, нахуй. Анимешники не люди, блядь. Блядь, анимешники не люди, натур. Так ты анимешник, Феникс. Нет, у меня, типа, название там сейчас расколотое отражение.
меня идет. Бля, Феникс, это, короче, волк, ну погоди, нахуй. Он тоже курит, короче, все время ругается, нахуй. Дома, небось, еще и в трусах одни ходят. Это заяц, получается? Ну, нет. Не ассоциируется заяц, чуть не знаю. Ну, кунка, ну погоди. Бля, не знаю, кто носит. Но Феникс точно, блядь, волк из Непогодина. Это селёдка, которую разбить не можно. Бля, только ебаный X4 лежит, нахуй. Уже все легло, кстати. Помните, как он... Нет, на этому... X2 зашел вот. К челику-то, к бегемоту подходил, блядь, кто, говорит, зёбра его. Застёгивает рубашку, там, полосатый такой, блядь. Помните того робозайца из Ну погоди? Да. В иллюминаторе. Я в иллюминаторе. Страшилка. Это киборг-убийца. Заяц. Киборг-убийца. А, все сервера сдохли. Да нихуя, я на X2 вот монетку зашел, полутал, блядь. И самое забавное, вот это все время, вот эта хуйня начинается, когда, ну, начинается Ола, нахуй. И они все говорят, это не из-за Ола, ебать. Так сейчас Ола не идет же. Не, нет, ну, он будет 12 часов ночи. 8 часов вечера, вон. Всегда. Каждые 6 часов. Нет, там писали Ола через 3 часа. Не, Ола не сейчас точно. Феникс балаболит. X4 встал. Не, ну оно 8 часов начиналось. Эй, а у нас... Сейчас не откатит. Пускай на X4, кстати. Заходите. Ой-ой-ой-ой. А, нормально, они вышли. Кунка. Да. Да скинуть примерно, ну, стиль комик, кстати, интересно. Скидывай мне, да. Там есть они... голая нами. Извините, мне нами не интересует, как перс. Ну, да, поначалу, да, перс прикольный. Перс, она да поначалу прикольная. Да нихуя, она не прикольная. Ну, вообще, нет, шаблонная, блядь, солка вообще неинтересная абсолютно. Не, в начале первые 30 серий, да, нормально, а потом не. А много, на самом деле, отстойных персонажей. Не, ну года прошли, персонажи меняются, так что нормально. Да, она изначально неинтересна была, чувак. У всех разорвано, цены. Лагает просто. Повезло, что немножко не вышли. Хорошо, запустить их можно. Да, можно. Не надо их запускать, нахуй, я запущу, блядь. Я не запускаю. Да, я видел, Кунг, ты уже нажал, блядь. Я фразу читаю. А почему Дараксус в центре стоит? Все. Ой, у нас 49. Нет, а Диму себе это где-то ж... довольно возрастную рейтинг сделать. Потому что который там пиздец будет мне по плану твориться. Я хочу, чтобы Шакс слова Луфи в губы. Словами. Теперь ты мой мальчик. Такой у Шанкса дочь есть. Давайте речью заходить. А, Эдик, а ты, кстати, этот, баги. Не, я шопер, короче, чувак, я жалею. Ты пиздец, ты его сходить не мог, но? Такой же клоун. Доктор Чоппер. До сих пор не запустили, что ли? Запустили, бля, Север, только тебя ждем, нахуй, мразь. Так меня не пускают, нахуй. Ну, твои проблемы. Так куда тебя не пускают, твои проблемы, бля, сейчас кикнем тебя. Что, ебала, что ли? Че, Дискорд не грузит? Это все Ола. О телефоне. Кстати, да, Ола будет на туре в 12 часов ночи, чувак. В 12. У меня мод. Ну что, меняется, что ли? Мне казалось, ну, каждый раз... Нет, так, же очень давно убрали. О, меня через украинскую точку доступа пустило. Рейд! Держи. Швеб, Войд, вырубай рэп. Ну, меня пока не запускает. А, вот, сейчас зайду. Загрузка пошла. Да, такая же будет. Через украинскую попробуйте, нормально пришло обсудить. Да ну.
Ты смеешь использовать мою магию против меня? Гоблина сделал север, у тебя же вроде этот был. Блять, как второго карлика зовут, блять? Гном? Да не, он давно в гоблине. Давно в гоблине. Ебать ты урод, чувак. Фу. Ты себя видел? Да. Топ. Ну, вырубай рэп, шо ты мотива? Сюда, посмотри, гумочка. Почему ты дерево розовое? Ты шо, из этих? Да, из этих. Вопросы? О, Куно Макака. Смотри, какой сексуальный. Ты что, на всех реалмах одинаковый сет собираешь? Не, почему? У меня такого не было. Все, я запускаю. Отошли все к четверной. Рэп влево отойди. А, Джараксус выходит, Джараксус, серьезно? Джараксус, сука. Ты меня книжа. В смысле? Он там остался, кстати? Да. О, заебись, не задюпали. У меня это... Зависло ужасно. А, не за... а пинга 660. Понял. Заебали, кончено. А прикинь, так по КД будет, пока утешение нет. Ну, вчера вот, кстати, ровно 8:30, да та уж, же самая не, хуйня началась. Если б на нупе такая хуйня была, ну, типа, с плащами было бы заебись. Конечно. У меня ужасно виснет. Повторюсь. Ебал я в рот эту хуйню такую. О, отвисло, кажется. Все. А у меня все зависли теперь. Кстати, фраза у этого NPC была на этот... Уже после убийства Джаракса. Странно, что его откатило. Я успею релод прописать? Релод. К тому же чемпы вышли, но... Ну и в итоге Джаракс опять пиздец. А, ну странный, всё. Странный откат. Пиздец, 1300 пинга. Все, я полностью завис. У меня падает. Наоборот, растет у меня. Было 600, уже 1300. Всегда стоит. Ну, все, ясно. А, нет, виснет. 5 секунд. Аж босс запустится. Ребят, вы что так слабые? 23 тысячи. Ты меня завис. Пиздец. Завис. Сейчас ты уж. Блядь, тоже висит, сука. Ой, блядь. А все, более. Врата освещены? Врата освещены без тебя. Ой, как криво стоят. Ох. Стан по вратам дайте, быстрее врата добить. Больше ДПСа нахуй. Две бабы вышли. Сука, кончик. Играйте по бабам, мол, ешьте. Просто ладно. Повисло. Жорб кваш. Синец, прохилите метку. Великий вулкан пошли бить в том же месте, где и портал появляется. Вулкан свечный, поехали быстрее. Все. Дай скру фонарик. Нажми манаку. Убили ближнего голема. Потом этого в мелизоне. Волк побежал. Здесь не убегает, не убегает так далеко. Сейчас умрешь, потому что тебя никто не хилит. Так что ты ебеня ушел. Благодар. Сначала оружие. Сейчас врата. Сейчас врата будут. Врата освещены. Дай стан. Вижу.
босс убьем. Сусат побил. Ты зря глобовал, надо было на чем постоянно. Босса, да? Угу. Нихуя задюпанный лут. Бля, вообще, бля, до сих пор нет мисс. Короче, я перезашел, отключил этот клиент, точнее, этот лаунчер, и зашел, у меня вообще пинга нет. Так же... Дайте релогнуться эту, по минутку. Уж не будешь запускать. Не релогись, только отойдите все к счетам. Через Украину зайдите, говорю, вообще не лагай. Бля, разруньте весь мусор, быстрее нажмите. Давайте пока эта хуйня надо кому-нибудь. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Сонжи, блин. Андрей, поснимай, пожалуйста. Для интереса утешение упало? Или... Нет. Ни первый, ни второй раз. Сражайтесь во славу крови во имя вашего. Ножки. Отдай ему, пусть. Арчи. Синелич. Сонжи. Давай, блин, топорик. О, можно мне на транс? Ладно. Это, кстати, бис для этого комбата. Грудак. То есть предбис. Глеобед. А такой же? Танковские ноги. О. Давай хулипауну. На хулипауну. Кейнадис. Да, нормальный пинг. Ноги, кстати. Ноги танковские. Десятка. С Украины зашел? У меня мут. Нет, просто через лаунчер полностью релогнулся. 34 вообще хороший пинг. Так, сейчас, подождите. Вызовите пока Локи собак своих там. И шифр. Блять, в прошлый раз так хорошо этот Макс стоял, сейчас такой ебанский. Они сейчас, кстати, не шотут, они прям такие изичные стали, вот эти петухи. Там Акурон, да, понерфили, я же написал, ну, скинул скрин. Так, короче, Сирисли, циклонишь звезду, и Сонджи даешь хекс по звезде. Я вхеряю. Север, твоя печенька. Херяешь, плюс Кридерс Хекс. Полумесяц Мулинраш херяешь, Волк Хекс, Эдик Циклоны, Хант по КД каток под нами. Пуляем с этого щита. С левой стороны пуляйте там. Стой. Все. А вот циклон, я не услышал, там заживало. Полумесяц, блядь. А, встаньте себе по читерды этот. Блядь, вам метку поставить или что? Алло, ребята, быстрее в крест нахуй стали, блядь, резче нахуй, шевелите булками, блядь. Второго хапала был, нет? Или бог? Сонжи, иди тотем поставь. В этот, вон туда, в печеньку.
трепет быстрее. Не надо. За текстурку в стенку поставь, чтобы вы не убили. Все, беги к нам. Ондра первый грипнет, ромб, ты второй. По ромбу первым вливаемся. Отчет даю. Нажмешь ума на броню крестка. Стали все в крест. Нажимаем А, блять. Ждем. Фонарь я прохил. Я в фере. Блять, что-то ромб не хочет идти. О, пошел ромб, пошел нормально. Контролите пока СВУ, вот по ромбу поедем. Ромб еще гриппит, ну, ясно. Геру дайте. Благодарок умудрился уже умереть. Гений, блядь. Давай мне частицу. По ханту контрол надо. Сон же Боб. Блять, паладины нахуй, нажмите кнопку, сука, овощи вы нахуй. Всё, блять, нет, пять нет. Раз нахуй сказал Боб нахуй. Кого хуй вы Боб не дали нахуй? Сука, нулевые нахуй. Мип, глыбу нажми. Печеньку играйте. Блять, ты нахуй прямо фиры даешь. Продлевай, блять, еще два давай. Там хекс пока. Блять, Кана не смотришь, что там контролится. Вообще не. Да я смотрю. По макросу даже. Еще один циклон давай. Дисплей у меня фонари тоже там, по-моему. Угу. А, я в дезориентации. Дизарм, дай жур по звезде. Кого на этот грань? Полмесяца. Сейчас верну после дизарма. Полмесяца следующий, да? Да. Что, не контроль был? Еще после второго фера твоего циклон дам. Не еще один дам фер, потом даже циклон. Встану, и сейчас фер. Теперь циклон. Еще один циклон. Все, больше не надо. Добиваем. Диспел, блять. Звезду играйте. Солнце, ты че, блять, крест потратил? Я тебе не говорил вставать нахуй. Бля, а мы че, без ДЦ играем? Где диспел по рейду? Есть ДЦ. Пела нет. Не спал. Блять, хуя. Сколько брони у тебя сейчас фонарь, блин? Все. У меня 14700. Он же больше никогда не встаешь, пока я тебе не скажу, что надо встать.
Он охуенно танчит, кстати. Там все его бьют. Чё? Шамана там все били. Только шамана. Я не знаю, как они так агрятся на одного персонажа. Там его ханты бил по большому счету. Да не, они вообще только сейчас перестали по хану по шаману играть. Пороги, поехали. Фонари, подводи эту всю хуйню. Ну, ого, блядь. Эй, чё котика ты сразу? Прикольно, блядь, ШС, нахуй, грипп, чарж, нахуй. Блядь, тут ладно, работа. Рос. Ну, блядь. Прям как в Солоке, ебать. Выходит ТСК долбоебов, нахуй. Чарж, грипп сразу. И чарж улетает в помойку. Уважаю. А следующий чарж брокается магом, маговская новая, и он стоит, курит 20 секунд. Угу. Есть такое. Кстати, пистобафа нет, блядь. Почему? Танковская тренинка выпла. Хорошая. Ну как, ключ сейчас получит, вместе с компасом из разрабака. Там же ключик есть. Mm-hmm. Компас ситуативный. Смотри на каких босс. То же самое и ключ. Ну да, так, фонарий. Там это 10% силы атаки нет. Говорите обратно. Спекайся, Углан. Здесь все понятно. Поставь руку, пожалуйста. Поставил хаунти. Кто какую? Давайте на кунке этот, смотрите, что висит на кунке. Ты куда смотришь, а? Давайте не бьем. Дайте рыбу поесть. Так. Ондра. С правой стороны ловишь, суеты с левой стороны ловишь. Прохиливайте их максимально. С огром осторожнее тут это самое, блядь. Прям подумать. Синдрицу напуливаешь на фонаря, колесо, журб на Вайтфьюри. White Light, точнее, блядь. Да пусто будет, блядь, у меня дохуя этих приставок. Врачи на полумов. Блять. Смотрите за игрок. Мой соусад уже набираешь очень много. Сверки не проебывайте. Белые, главное. И суета и ондру держите, пускай, чтобы не проседать. Опять виснет, короче. Рейд продняли, походу.
сбиваем щит. Каст. Ух, блядь, дай сокровить. Быстрее, 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 быстрее. Нормально. Эти кунки солю, пожалуйста. Север, раскол нажмешь. Там нету, нету раскола. А ты уже нажимал? Глю, да. Дай сальву по северному. Светлую сущность взяли, все по рамбу поехали, чем на сверкило. Этот Арислин, дай сальву по кунке. Быстрее шилд сбили. И каст. Каз закрыли. Фонари, давай сокрой, переводи потихоньку. Ондра, двигайся. Ой, суета точнее, с Ондра. Прохил, прохил. Темные сферки ловим, прохил. Хилы поднимите себя. Стойте ровно в кресте. Дай этот сокруглю. Прохил Ондру и суета быстрее. Бой, да подняли. Прига? Хуига. 10 приг из 10. Волф умер, да? Да. Охуенно, я еще вешу. Блядь, да перезайди ты нахуй, ты сейчас единственный, кто лагает. Я уже перезаходил. Включись он через эту, блядь, Украину, блядь. Не знаю, он вроде подключились нормально. Не знаю, я сижу, мне нормально все. Подсреживает, но не критично. С ума не у тебя, блядь, шмот в банк сложил. Угу. Четыре комплекта в сумке, блядь. О, сейчас оно даже Глеф упадет. Человек. Так, кто у меня понапуливает? Колесо с правой стороны, журб с левой стороны, так по копателям. Сферки я сам позбиваю. По бопам. Первый глю. Второй. Йоката. Третий. Арислин. Четвертый фонарь. Волк, ты куда пропал? ССом. Север, дай СС по журбу. Малинраж по колесу. Я посмотрю, кто кому дать, в зависимости пожелал.
Жвалы не латаем, скоробьев убиваем максимально быстро. Пока скоробеев не убили, босса никто не бьет. Камни сейчас дам. Шкаф такие. Это, ну ты там включи тоже на всякий случай. Этот таймер ебаный. А то да, будет сейчас. Какие-то лаги вверху знают, чтобы не прорваться. Андрей, грипнешь, хотя ладно, там суеты. Ну ладно, Андрей, грипнешь в печеньку сверху. Ты во фрасте должен быстрее разбить, чем он уходит. Плохо в бою. Что, сумон есть? Шкаф поставьте, суманите. Ладно. Фласку не забудь выпить. Да я уже все выпил, бегаю тут, блядь, фонарь, вот, метка, блядь, крест. Вот все время ты там нахуй там кресте стоишь, блядь, спиной. И там же босс стоит. Понял, принял. Даже вот так вот метка крест. Шкаф. Так, короче. Поставьте шкаф, суманите Войда быстрее. Ребят, блядь, алё, нахуй, проснитесь, блядь. Блин, руж, севермор, кто-нибудь. Так, колесо с правой стороны напуливает, журб с левой, напоминаю, по Войду. И на второй фазе швепс, твой первый шакл по кресту будет. Этот, Ареслин, твой сап. Юката третий, если что, глю, лед забери. Рче на полуба. Все, все готовы. Отчет даем. На исходной стане. 3, 2, 1. Пул. Копать или на пол? Колесо, напоминаю, на второй фазе, в кресте, который копатель выходит, его не трогаешь, напуливаешь только дальнюю. Стан. Секунды копатель. Копатель на пол. Стан. Бежали в центр. Волк побежал. По копателям видишь? Справа от себя волк собьем сверху. Не зайди к кому. Волк, сейчас будет падать. Ну блять, ну ребята, ну ёб твою мать нахуй, ну вы вагоны, блять. А, дай БР по северу, Эдик, этот. Кана по Ондре быстрее. Смотрите за Агро нахуй, блядь. Боб по Сусану. Впереди разобью Сусан. Впереди. Отошли подальше от шипов. И отошли от печеньки все быстрее. Ушли оттуда. Стон же беги. Отошли от шипов. Ребаф 0 лока и ДК. Речь.
Одна секунда. Скоробеев быстрее добили? Скоробеев добили быстрее, никто босса не бьет. Миб, блять. Копатели на пол. Босс, поехали. Блять, надо будет стопать в пизду нахуй. Все, стопнули босса, никто не бьет. Стопнули, никто не бьет. Стан. Пастили на пул, босса никто не бьет. Ждем. Закопается. Потом, когда он вылезет, тоже никто не бьет. Добиваем скоробеев, копателей на пулю и так далее. Ждем пока в центре. Блэкдарк уже сбил, окей. Суете побежал. Реслин, твой первый боб. Фонарик, ты следующий. Смотрите, закроем, не сорвите копателя. Фонарий собирай, блядь, скоробеев подводи пока. Скоробеев мы играем. Пока скоробеев всех мы убьем, никто не отходит. Реслин отошел. Сейчас шипы пройдут, и я спереди стебью прямо под ними. Сверху. Да. Спереди, Реслин, спереди. Скоробеев убиваем. Сон же побежал. Отошли от шипов, отошли от шипов, отошли от шипов. Две секунды. Скоробеев добили, босса пока никто не бьет. Снимите себя пока эти... Кристобаф, ну на хп и стамин. Копатели на пул. Вафреймся к боссу стали, вафреймся к боссу стали. Напулили копатель. Саппорт выпили. Все, поехали. Яру дали. Фонарь с экрана. Прохил. Кунка, иди на рычи на копатель. Глюем на лед. Глю бабл с экрана. Отдай лед. Реслин, забери лед. Копатели на пол. Блять. Ладно. Швепс гим на хп. Швепс уже проебался шанку. Реслин, лед нажми. Отдай лед, Йокат, забери лед. Жми мэна лед. Мой клап гим на хп. Бля, у меня Mortal просто. Камни жрите, локовские, на ком дыма. Больно. Феникс, там его сразу забрали. Я второго зашаг. Значит, колесо, блядь, вагон, нахуй. Блядь, опять дух плащ. Да идите нахуй, блядь. О, блядь, туда, его. Какие заебало, зоны. Нахуй. Ни разу просто на РДД плащ не выпал. Просто, блядь, ни разу, нахуй. Я хуею, блядь, с этого сервера говна ебаного, нахуй. Сюда его, блядь. Че, магик идти? Тебе надо, да? Да, магик. Кусок ты делать, тебе надо, да, фонарь? Какие запы?
Наручи надо кому-нибудь идти? Чел по-быстрому разрубим. Какие, которые с босса? Это с кого, блядь? С чемпов, по-моему. Тут прокручивается эта хуйня вся зеленая, блядь. Ну да, блять, хули шить это, да. Да все равно заебало просто, ну это какой-то, блять, хуйня ебаная. То, что реально просто нихуя просто не падает. Долгонок это вообще, я не знаю, нахуй. Просто ни разу в луте не видел эту залупу, нахуй. Пояс надо кому-нибудь? Короче, вот эти запы кожаные надо кому-то в рейде? Которые с двумя дырками. Пояс, кстати, предписывает, если что. Тринкет танковский. Отдай кунки.